Это будет короткий обзор. Постараемся высказаться быстро и по сути. Мы не очень-то любим критиковать. Если на других сайтах игру обсирают, это не значит, что мы станем заниматься тем же. Принцип тут простой. Не нравится какое-то блюдо — не ешь. Не нравится игра — не играй. Однако в случае с Remember Me существует одно «но». После первых же роликов, демонстрирующих искажение воспоминаний, не ждать игру было бы упущением. Ну как такое может не понравиться? Главная героиня Нилин меняет поведение и мотивы NPC, копаясь у них в памяти, добавляя незначительные на первый взгляд детали, последствия от которых нарастают подобно снежному кому. Казалось, Remember Me хотя бы наполовину должна состоять из чего-то подобного. Вполне логично, что мы оказались в числе непуганных идиотов, заранее приготовивших деньги на очередной киберпанковский шедевр. И каково же было наше удивление, когда мы увидели то, что увидели? Конечно, пуще прочего интересовало, насколько удачно разработчики из Dontnod реализовали свою главную фишку — взлом воспоминаний. Первое разочарование заключалось в том, что до ближайшего такого взлома пришлось пробираться сквозь целый час примитивного бит-эм-апа, из которого уже сыплются перхоть и пыль. Ладно, комбо-лап нам тоже обещали, проскочили и забыли. Следующее разочарование настигало там, где его ждали меньше всего. Первая же манипуляция с памятью вместо логической головоломки оказалась чуть ли не point-and-click-квест. Без шуток. Плюс ко всему, встречаются подобные задания крайне редко, реже, чем трезвые посетители в караоке-барах. И получается, что в Remember Me нет того главного, ради чего ее ждали. Ну или почти нет, что не меняет сути. Повторимся, фигурное метание говна — это не про нас. Попробуем быть белыми, пушистыми и объективными. Посмотрим правде в пенсне и выясним, чем Remember Me может зацепить адекватного геймера. Во-первых, шикарен сеттинг. Перед нами мир будущего, закаленный в горниле Третьей мировой войны. Мир, в котором воспоминания перестали быть личным достоянием граждан. Память каждого человека записывается с помощью Kinect'а и хранится в облачном сервисе Microsoft'а. Ой, простите. Записывается на Sensin и хранится на серверах корпорации Memorize. Личное перестало быть личным. Государство оболванивает людей, меняя их воспоминания в деструктивных целях. Разумеется, вскоре находятся разбуженные Морфеусом избранные, которые проводят точно такие же манипуляции, но уже с другими целями. Срубить мелочь на креветочный паштет, освободить рабов Матрицы и разрушить Memorize, а вместе с Memorize'ом и тоталитарное государство. Называют таких молодчиков эрористами, от слова «error», то есть ошибка. Все, кто не бьются по какую-либо сторону баррикад между Memorize'ом и эрористами, влачат поистине жалкое существование, обитая среди помоек и трущоб. Внимательный игрок заметит, что Синсин и Лепарей то ли глючат от неудачной прошивки, то ли вообще отключены, поэтому бедолаги не способны что-то помнить. Вообще ситуация отчасти напоминает один из эпизодов сериала «Черное зеркало». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там тоже показан мир будущего, в котором люди могут записывать и просматривать свои воспоминания, и это становится причиной личных драм в жизни главных героев. Короче, идея не то что стара, разработчики Remember Me просто довели ее до ума, приняв во внимание современные достижения в области коммуникаций, за что им хочется сказать спасибо. Отдельной благодарности достойна атмосфера игры, подкрепляемая свежим и стильным артом вкупе с по-настоящему классной музыкой. Честное слово, саундтрек Remember Me завтра на всех MP3-плеерах страны. Но могут ли сеттинг, арты и музыка, взятые отдельно, сделать игру интересной? Без толкового геймдизайна вряд ли. Хотя... То есть нет. Конечно же, не могут. И какими бы белыми и пушистыми мы не хотели казаться, Remember Me откровенно разочаровывает. У игры имеется свое обаяние, но вторичный геймплей делит это обаяние на ноль. Элементы паркура почти начисто содраны у более известных игровых серий. Кое-где игра один в один Assassin's Creed, а кое-где один в один Mortal Kombat, у которого ампутировали 9 десятых жестокости. Комбо-лап не радует совершенно. Игру ждали вовсе не из-за него. Мало того, что жать две кнопки в установленном темпе современный игрок не подряжался, так еще и хрупкая девушка, раздающая нокаутирующие пайки, здоровенным мужикам выглядит стрёмно. Если вам по нраву подобная механика, играйте лучше в Sleeping Dogs. Там и драки зрелищней, и главный герой — полицейский с явными признаками ОФП. Выглядит намного натуральней, когда ломает носы бандитам. Как и в любом битэмапе, искусственный интеллект здесь даже не ночевал. Поведение врагов Нилин осталось таким же, как 100 тысяч лет назад, в эпоху 8-битных приставок. Даже боссы ведут себя и гибнут соответственно шаблону. Dontnod пытались разнообразить потасовки, внедрив прокачку главной персонажицы. Скажем, врубаешь ярость, бьешь сильней. Но это сделано с такой неохотой, что воспринимается как дань моде.
В общем, перечислять недоработки можно долго. Давайте лучше подумаем, что могло бы спасти игру. Remember Me остро не хватает более частого и более продуманного копания в памяти NPC, а также хоть какого-то подобия открытого мира. Есть надежда, что ситуацию поправят дополнения. Обычно мы не ставим играм оценки, считая их чванливым занудством. Нахрен вообще нужны какие-то баллы? Игрока интересует, стоит брать игру или не стоит. Так вот, Remember Me доставит вам удовольствие только в том случае, если хотите посмотреть кинцо за киберпанк или цените атмосферный битэмап. В противном случае не утруждайтесь. До новых встреч. Подписывайтесь на канал и радуйтесь жизни.